Сегодня мы приготовим кексы со сгущенкой в мультиварке Витек ВТ-4217. Нам потребуется 1 стакан муки, 250 мл сгущенного молока, 2 яйца, 1,5 чайной ложки кокосовой стружки, 3/4 чайной ложки соды и 1/2 чайной ложки уксуса. В глубокую миску вбить яйца и взбить их венчиком. Добавить сгущенное молоко и перемешать. Затем нужно просеять муку, добавить кокосовую стружку, соду погасить уксусом и добавить в тесто. Перемешать тесто венчиком. Формочки для кексов положить по 1 столовой ложке теста, поместить формочки в чашу мультиварки и включить режим выпечка на 45 минут. Когда режим окончится, первая партия кексов готова. Достать их с чаши и поставить выпекаться вторую партию. Кексы со сгущенкой готовы. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.